Приветствуем вас на нашем новом мастер-классе. Предлагаем вам посмотреть, как можно легко и просто украсить школьный дневник или тетрадь. Нам понадобится, собственно, тетрадь или дневник, черная гелевая ручка или линеры, линейка, карандаш, двухсторонний скотч. Снимаем замеры с листа дневника или тетради. По периметру листа наклеиваем двухсторонний скотч. Согласно размерам, вырезаем лист плотно акварельной бумаги. Из центра листа во все стороны рисуем расходящиеся лучики. Следующим этапом работы формируем силуэты домов. Далее разрисовываем каждый из домов. Для примера вы можете взять картинку, которую видите в правом верхнем углу, или полностью положиться на свою фантазию. Прорисовываем дополнительные элементы на нашем рисунке. Тень, звездочки, другие декоративные элементы. We'll be right back.
Вклеиваем получившийся рисунок в дневник или тетрадку и наслаждаемся результатом. Спасибо вам за внимание. Всего доброго!